Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж павильона. Ширина составляет 6 метров, длина 7,5. Устанавливаться будет на фундамент бетон. Высота около 3,5 метров. На данном этапе мы распаковываем каркас, собираем. Будем собирать первым торец, обшивать поликарбонатом и дальше арки соединять. Что, продолжение монтажа у нас, вторая часть. Каркас мы собрали, также обшили два торца поликарбонатом. Торцу приставочная такая вот арка будет, как предбанник. Здесь алюминиевая дверь, там двухстворчатая. Сейчас будем каркас выставлять по фундаменту и крепить. Потом уже в дальнейшем обшивать поликарбонатом все. Крутили мы весь каркас, также закрепили с фундаменту, стены обшили поликарбонатом, а сверху прикрутили переливы, снизу по периметру отливы. Также установили алюминиевую дверь в этом торце с трубком. У нас получается двухстворчатая стеновая форточка справа и слева также стеновая форточка. Дальше будем крыть крышу поликарбонатом. Ну что, вот мы и закончили монтаж. Крышу прикрутили поликарбонат синего цвета. Толщиной также 4-миллиметровый. Синими саморезами, шайбочками. Алюминиевую дверь закрепили, отрегулировали. Также внутри работы доделали, то есть укосины прикрутили и фурнитура на форточках. Вот такой отличный навес для бассейна у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока!